Сегодня рано утром несколько российских сайтов сообщили печальную новость. Сообщается о том, что серьезно болен известный российский актер, артист и шоумен Гарри Харламов. Друзья и родственники пока отказываются разговаривать с прессой, наверное, боятся что-то рассказать лишнее. Мы напрямую пытались связаться с самим Гариком Харламовым, и у нас это получилось, друзья. На данный момент Гарик Харламов проходит обследование в одной из больниц города Москвы. Сам артист сообщает о том, что, скорее всего, он будет госпитализирован в больницу на некоторое время. Оказывается, в последнее время артиста сильно мучили головные боли. «Дорогие друзья, — говорит Гарик Харламов, — не беспокойтесь, со мной все будет хорошо. Из больницы я буду радовать вас интересными снимками в своем инстаграм-аккаунте. Мы ждем и надеемся на скорейшее его выздоровление, друзья. Подробности будут уже в следующем выпуске, на данный момент больше пока ничего узнать не получается. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, дорогие друзья, каждое утро мы ждем вас на нашем YouTube-канале».